Доброе утро, дорогие друзья! Сейчас хочу еще вам рассказать, какие сорта гномов посадила в горшки. Сегодня у нас уже 21 мая, где-то я высадила их примерно неделю назад. Значит, те гномы, которые у меня растут в грунте, я уже показывала видеоролик. Сейчас, значит, томаты гномы, которые в горшках у меня растут. Значит, это гном Смех Кукабары. Теннесси, мой таинственная леди, арктическая роза, но не самые низкорослые выбрала вот эти гномы, потому что у меня уже не вмещались они в парник. Так, Аделаиды фестиваль, посмотрим, как вырастут в горшках. Так, и вот еще, значит, два сорта. Бандеберг Рамбол и томат. Парень из Лакстона. Ну, вот эти вот сорта гномов у меня растут в горшках. Посмотрим, как они себя покажут. Город Киров, Волговятский регион. С вами была Светлана. Всего доброго. Сегодня 21 мая.